Майские праздники выдались весьма холодными. Причиной холодной аномалии является обширный высотный циклон с центром аж над Новой Землей. В его циркуляцию вовлечен арктический воздух с экватории Северного Ледовитого океана. Тем не менее, до лета остается уже менее 3 недель. За окном все зеленеет, а дачники переживают за будущий урожай. Какой будет погода на этой неделе, узнала Анастасия Новичкова. Похолодание застало врасплох жителей региона. В связи с этим многие поменяли свои планы на майские праздники. Но, несмотря на это, большинство с нетерпением ждут потепления. А чем удивит погода на этой неделе, узнали у наших экспертов. Арктический воздух постепенно трансформируется, и температура воздуха у нас начнет повышаться, будет осуществляться адвекция тепла, ветер будет слабый, но разных направлений. Мы находимся в центре антициклональной погоды, и ветер будет совершенно разный. Прогноз на неделю весьма оптимистичный. Температура воздуха в дневные часы скоро достигнет отметки плюс 21 градус Цельсия. В ночные столбики термометров покажут до плюс 14 градусов Цельсия. Но при этом к концу недели синоптики не исключают очередное похолодание и кратковременные дожди, что, конечно, беспокоит садоводов. Мы решили узнать у тверчан, как заморозки сказались на их садовых посадках и каковы их виды на урожай. Были большие заморозки, и цвет упал, и ягода упала. Сильно. Совсем не готовы были к такому холоду. Надеемся, что скоро будет тепло. И снегом закидало, и цветочки, которые уже и поднялось, что с земли, а зимы эти. Ничего страшного. Мы люди закаленные. Если немножко похолодало, и потеплее. У нас не было таких катаклизмов, что заморозки на почве были там или что-то. А вот плодово-ягодные, наверное, скажется, потому что цветение, период цветения. Цветы замерзли, и что сажали, по-всякому. Уже хочется тепла, хочется солнца, и усталость от этих постоянных, так скажем, минусовых температур на улице, конечно, уже начинает немножечко сводить с ума. Большинство опрошенных тверичан сетуют на неожиданное похолодание, которое нанесло ущерб урожаю. И, конечно же, все с нетерпением ждут стабильного потепления, чтобы спокойно выращивать сельскохозяйственные культуры на своих участках, не опасаясь резких перемен погоды. И тут есть повод для оптимизма. В грядущие выходные дни, по предварительному прогнозу, среднесуточная температура днем составит плюс 18 градусов Цельсия, ночью около плюс 6 градусов Цельсия. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха около 50%. И эти показатели позволяют верить, что хорошая погода окончательно вернется в наш регион на радость истосковавшимся по теплу тверичанам.